Всем привет, с вами Джама. Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня я решила подготовить вам осенний мейкап туториал. Тренды мейкапа, как и фэшн-индустрии, меняются очень быстро. Как осень наступила, мы все переходим на шоколадные, темно-красные, бургунди цвета. Бургунди цвет в прошлом году был просто бомбой, а сейчас, мне кажется, больше стало как стрелки, очень огроменные, и такие цвета 80-х, 90-х, как бы, я насчет помады. Такие темно-красные. В общем, используя такие цвета, я решила вам подготовить такой мейкап-туториал. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам покажу, как это делается. Итак, я уже нанесла тональную основу и сделала брови. Беру мою любимую контурную палетку от Anastasia Beverly Hills, а именно хайлайтер бананы, который идеально подходит для моего подтона. Наношу его треугольником под глазами, в этой зоне и вокруг губ. И с той же палеточкой беру контурный цвет Fun. Наношу его под скулами кисточкой номер 79 Sephora Collection, рассыжевываю вверх. И, конечно, наносим по линии волос по лбу. Контурирую нос. Я здесь пытаюсь немножко затемнить, выпрямляя нос, но я потом буду наносить хайлайтер банана сверху, чтобы смягчить этот цвет. С палетки Naked Flushed, именно Strake, беру румяну и даю немножко живости моей коже. А для хайлайтера беру Makeup Forever Sculpting Duo номер 2, наношу ее чуть сверху наших скул и чуть выше нашей румяны. Немножко нанесу в зоне носа и, конечно же, сверху губ. Теперь приступаем к глазам. Я уже нанесла праймер. С палеточки Anastasia Beverly Hills Couture беру цвет Soft Peach и наношу его по складочке моих век. А теперь беру цвет Марокко с той же палеточки. Начиная с внешнего угла, наношу по складочке век и хорошенько растушевываю. Эти две первые тени, которые мы нанесли, я их называю базовые переливные цвета, которые будут под основными цветами. Беру палеточку Sephora Pantone Marsala, а именно цвет Hot Chocolate. Этот цвет я называю основным, поэтому я буду наносить их побольше, чем первые тени. Конечно, наношу на складку века. Теперь беру второй основной цвет Kat Von D Thrasher. Супер пигмент и мой самый любимый цвет на данный момент. Наношу его на все подвижное веко кисточкой номер 15 Sephora Collection. И чуть наносим под глазами тоже. С палетки Anastasia Beverly Hills беру цвет Fudge, наношу его на внешний угол глаз, хорошенько растушевывая. Для растушевки я люблю использовать кисточку номер 217 MAC. Карандашом NARS Viva Veneto подвожу под глазами. Теперь беру гелевую подводку от Maybelline, тонкой кисточкой наношу его под глазами вначале. Линию на внешнем углу я специально делаю потольше и отсюда навожу стрелку вверх. Теперь будем подводить сверху, начиная с внутреннего угла на внешний. Доходя на внешний угол, подвожу потолще, потолще. И соединяю как раз таки с той стрелочкой. Перед нанесением накладных ресниц беру тушь Dior Addict It Lash. Накладные ресницы у меня от Sephora Collection. Чтобы нанести окончательные штрихи подводочкой, беру подводку стила и подвожу сверху наших ресниц. Для губ не понадобится карандаш, для губ NYX Espresso. А для помады я возьму NYX Butter, цвет называется Licorice.
Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравился мой осенний макияж-лук. Не забудьте подписаться на мои новые видео и поставить пальчик вверх. Увидимся на следующем видео, ребята. Пока-пока.